Всем привет! Хочу поделиться наработками по очередному лифу. Данная машина была, ну и есть, 13 года выпуска, но с такой довольно уставшей батареей, 54% от 6 делений, они сейчас так и остались. 54% остатка, там 12 с копейками киловатт, всего-навсего батарея была. Ну, понятно, в холод, тут как бы можно было проехать 50-60 километров на ней, наверное, больше особо не проедешь в холод. Была установлена другая батарея, тоже от Chevrolet Volt. И на тесте при температуре, ну, сейчас 0, а 2 дня назад был тест, было где-то минус 2. Я проехал 208 километров, со скоростью в среднем 65 и со светом. Это по трассе. По городу она проехала бы, наверное, больше. Не, наверное, а точно больше. Потому что по трассе якось расход не получается сильно хорошим. Ну, в чем особенность? Машина будет показывать правильно пробег. Ну, вернее, не пробег, а прогноз пробега. Вот сейчас она показывает 171. На самом деле, она может больше проехать, чем 171. Но если, ну, сейчас тронуться и проехать, ну, когда там будет разряд примерно 80%, ну, то есть чуть-чуть разрядить машину, она начнет показывать, в принципе, остаток правильный. Потому что она с 40% показывает в районе 80 км. И реально так и проезжает. То есть тут получилось так сделать из изношенной, дохлой 24-ки новую 30-ку, потому что машина бере в районе 31 кВт сети сейчас, а по теплу плюс 25, там, я думаю, она еще какой-то кВт-полтора еще добавится, ну, в емкости. Так что такая машина. Вот хочу показать, как эта машина прогнозирует пробег. Получается, доехал я от зарядной станции, показывала она 100%, проехал 8 км, показать 99%. И прогноз уже 164. О, уже 163 поставил. Получается, вона как бы пробег уменьшает, ну, прогноз, но не пропорционально. То есть он не так быстро падает. А наступный момент, я думаю, в районе 70%, в яких вона вообще как бы остановится, и тоді уже с того момента плюс-минус вона начнет правильно показывать, прям вообще километр в километр. Потому что с середины заряда до нуля вона показывала вообще четко. Вона обещала 74 чи 75, я проехал на ней 80, даже еще черепаха не загорелась. Но уже должна от-от была загореться. Так что такие дела. И так оно уже получается в финале. Все обшито карпетом. Полка получается, ну, идеально ровно с этим сложенным сиденьем. Такий внешний вид.